Привет, друзья! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life It's My Life. И сегодня у нас будет распаковка двух магазинов. Это Smart & Final и 99 центов. Будем распаковывать сегодня вкусняшки. Ну, это не вкусняшки, кетчуп это. Особая вкусняшка. Для кого как? Ну, да. Например, наша дочь может поесть блинов с кетчупом. А Сашка поест блинов с сиропом. Поэтому тут, как сказать, блин, понимаешь? Каждому свои. Да, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому... Большие разницы в том. Да, большие разницы во вкусах, да? Сашка разбирается. Это хорошая вещь. Главный ассистент по распаковке. Ну, я думаю, мы с кетчупа начнем. Нет. Ну ладно, давай с мяса. С мяса и с кетчупа. А что еще выходит? Нет, да, я что-то тут... В общем так, значит... Ну, мне кажется, мы его уже за это показывали. Мы же постоянно покупаем такой. Ну, для тех, кто не видел, мы повторимся. Это кетчуп Ханс из магазина 99 центов. Стоит, соответственно, 99 центов. Так, калории, вес, размер ноги, так сказать. И все другие полезные составляющие. Давайте вот вы сейчас вот раз и прочитали. Может, я попробую положить? О! В общем, вот, так сказать, что у нас здесь есть. Что можно съесть. По август 2020 года срок годности. Вполне можно успеть съесть. Так, первый пошел. Ты моего зайчика не туда посадил. У тебя будут проблемы. Зайчик. Следующий кетчуп вот такой. Медово-сладенький. 50 калорий. Это мама у нас такой любит. И что? Ну, я просто говорю, кто такой кетчуп любит. Так, значит, в нем вот такие вот составляющие. Зайка, где-нибудь ты видишь у него какой-нибудь типа срок годности? Может, он там был, я просто через камеру не вижу. До 23 апреля 2020 года. Вот. Тоже по 2020 год. То есть тому, кто волнуется, со сроком годности все в порядке. Так, следующий... Сиропчик. Давай следующее сделаем из Smart Info. Нет, это же тоже из 99 центов. Вот такая вот замечательная ветчина. Она нарезана тоненькими слайсиками. В общем, тонкими колбасками она нарезана, тонкими пластиками. Вот ее состав. Так. И давай ее... Вот как она выглядит. Так, вот. Вот как она выглядит. Вот такая вот. Ну, в общем, из белой курицы. Короче, из белого мяса курицы. Так правильно получается, да? Угу. Убедись, чтобы я не обманул. Правильно да, же написано да, там, да? Да? То есть она получается как бы из грудки. Вот, и сейчас мы прямо ее с кетчупом опробируем. Ну, блин, я столько не съем. Пап, я тебе сразу... В общем, это вот консистенция того, который honey. Он очень вкусный. Сладенький. Так, а это... Немножко. А это тот, который, короче, ну, типа томатный обыкновенный, да. Ну, вот так вот он выглядит. Да не будешь ты кетчупом. Так ты без кетчупа. Иди, Сашка, расскажи, что там по ветчине, как она тебе. А у меня классный. Кетчуп я буду кушать. Тебе мама сейчас даст целую. Не... Да, вот бери вот эту. Оп. Оп. Ну как, мышка наружка. Оцени. Good. Как? Good. Good? Спасибо, годится. Да? Давай я тебе на тарелочку, Саш, положу, хорошо? Ну, в общем... Саша у нас, в нашей семье Саша больше всего любитель пройтись по колбасе и по ветчине. Старшие дети у нас не страдают этим, да? Катарина вообще отдает предпочтение такому мясу, скажем, ну... Мясо. Мясо именно как приготовленное, поджаренный кусок нормального мяса или там грудка запеченная, колбасы, все это. А Саша тем временем потрошит ветчинку. Вот, а Сашка у нас любит колбасу, и поэтому мы ему иногда... Ну, как иногда, когда он хочет. Ездим и покупаем колбасол в этом. Ну, когда он хочет, или там такой колбаски, мы покупаем в Джонсе всякие, эти еврейские, московские. Да.
Ну, типа сухой колбасы, салями. Ну, поехали дальше. В общем, после легкого перекуса мы переходим к колбасам. Значит, это вот такие вот, как я в магазине показал, колбаски. Типа не были морожены, типа вот так они будут вкусно выглядеть. Но мы их открывать, наверное, не будем. Так, вот значит, что у нас тут. Вот что у нас по фактам. По фактам 100% гарантированный возврат твоих денег. Зачем их возвращать? Так, еще мы купили... Сиропчик. Сиропчик Сашке для блинчиков. Почему ты говоришь Сашке? Все кушают его, кроме Катарины. Наверное, Сашка его больше всего просто кушает, поэтому я говорю. Потому что, ну, всегда, когда заходит речь о балладушках, всегда Сашка больше всего хочет. Вот, и вот что у нас в этом сиропчике. И что там у нас даже? Срок годности 20-й год, по-моему, стоит, да? Да, до июня. Ну, у нас на сколько такой баночки хватает? Месяца на 3, наверное, или на больше долго, даже? Потому что... Вафли, которые вот я делаю, обычно я делаю по субботам с утра. Вот, посчитать можно, насколько. И не каждый, наверное, выходной, да? Ну, практически каждый выходной. Ну, его надолго этой баночки хватает. Так, я себе зацепил вот такой вот. Хочу попробовать, потому что тот, который был в прошлый раз энергетический напиток, он оказался каким-то сладким соком. Не знаю, он был, в принципе, возможно, он работал, но он мне не понравился на вкус. Он был очень сладкий и очень вообще не газированный. Так, ну вот тут плохо видно, конечно, банка отсвечивает, но как получается. Вот такой вот напиточек. Он стоит тоже, это тоже магазин 99 центов. Доллар, сироп доллар, а колбаски стоят 4 доллара, сегодня они стоят 2 доллара. Так, еще мы купили клубнику. Ну, клубника... На ней и показать особо нечего. То есть клубника как клубника. Вот на ней какая-то этикетка есть. Вот. Она пахнет очень вкусно. А больше на ней ничего и показать мы не можем. Да? Тогда давай на ручку смотреть. Давай раскроем вот эту вот сначала. Карабас вот этот. Давай я его покажу вдоль и поперек, если можно. Ну или хотя ты доставай, а я потом покажу коробку. Давай. Тебе надо ножницы, наверное, да? Нет. А открыть самому. Мы же откроем и попробуем. Грызло это. Ты держи, открывай. Значит, это вот такое вот что-то с ореховой пастой. Это что-то вот такое. Какое-то... Много не высыпать это, наверное. Жутко калорийное что-то. Ну и вот с таким вот содержанием. И ингредиентами. Так. Ну вот, вроде бы все, что можно было про это показать и рассказать. Саша, иди, зайка, пробовать. Да. А вот мы купили. С виду похоже на собачий корм. Не хочешь пробовать? Саша, я пошутил. Орешки с ореховой пастой. Сашка испугался. Не хочет есть собачку. Ну, я знаю, что это. Зайка, попробуем. Я не хочу. Я не люблю. Это подушечки. Ну, очень хорошо. Это как были в Беларуси подушечки, только они... обмазаны этой пастой. Я не хочу. Внутри. Угу. Паста внутри. В общем, можно брать, можно есть. И сейчас мы переходим к самому вкусному лоту нашего сегодняшнего аттракциона. Значит, вот эти вот, скажем так, сухари. Кстати, они, смотри, из цельного этого самого. Из цельных зерен. К самому... Подожди, крышка. Так, чего у нас сразу смотрим по фактам? Держи ложку. Сейчас я протру. Большая ложка. Так, значит, вот. То, что любят все и взрослые, и дети. И это самая полезная еда. Лучше колбасы и сало, да? И картошки. Открывай. Сегодня у нас будут коктейли клубничные, банановые и просто мороженое. Может, я помогу? А. Вот так вот ведро.
Ведрище. Ну так нечестно. Это очень вкусное ванильное мороженое. Сашечка, поросит тебе котик мороженое? Ты съела его на камеру. Сашка, мороженое он кладывает? Нет. Потом с детьми? Он славный ребенок. Да? Хорошее дитя. Еще потом после 2 часа, когда мне еще сложно. О, тебе когда рванут зубы, тебе можно будет есть только мороженое. Мы сегодня идем вырывать зубки. Через 2 часа, наверное, спокойно нормально кушать. Да. Саша, учитывая количество вырываемых зубов, нормально кушать ты сможешь риск. Там, когда мы вырываем зубы, решила... Да, нас всегда доктор... Не 2 часа, но он в прошлый раз говорил 3 часа. Сашка, а сколько зубов тебе сегодня должны? 3. 3 зуба. Это я от стресса. Ну вот, вроде бы и все. Знаете, какое самое вкусное мороженое? Это то мороженое, которое растаяло около стеночки. Оно самое мягкое, самое сладкое, самое нежное. Ну вот и вроде бы и вся распаковка. Не так много сегодня было чего-то нового. Картошку, наверное, мы решили не распаковывать. В принципе, она такая же, как и в Беларуси. Что там у нас еще было? Моющее средство. Оливки, но мы это все показывали. Оливки, это мы все показывали. Если кому-то что-то более интересно, задавайте вопросы, пишите комментарии. И мы будем рады вам все показать. Да? Да. Да. Ассистент. Всем пока-пока. Вы были на канале. На все же My Life. Сашка. Пока-пока. Все, всем пока. Пишите комментарии. Увидимся в следующем влоге. Бай-бай.